Роберт, вы большой поклонник драгоценных металлов, золота и серебра, а с недавних пор также биткоина и эфириума. В декабре вы говорили, что биткоин достигнет 50 тысяч в начале 2021 года, и вы оказались правы. У вас даже есть твит на эту тему. Рад, что я купил биткоин. Следующая остановка — 50 тысяч долларов. В 2021 году будет прилив больших институциональных денег. Покупайте ниже 20 тысяч. Если вы не успели, покупайте серебро. У него большой потенциал роста. Светлое будущее ждет золото, серебро, биткоин и предпринимателей. Хорошо, давайте разберем ваш совет. Вы сказали покупать ниже 20 тысяч, а если кто-то пропустил эту цену, покупать серебро. Итак, теперь, когда биткоин достиг рекордного уровня и цена у нас в диапазоне 60 тысяч, неужели уже поздно покупать? Это хороший вопрос. Я купил биткоин за 9 тысяч, так как правительство меня одурачило. Причина, по которой я купил его за 9 тысяч, заключалась в том, что вирус расшатал мировую экономику, и они начали вовсю печатать деньги, поэтому я купил биткоин. Я, конечно же, хотел бы купить его за 10 центов, как многие люди, но даже сейчас я выгляжу гением, потому что теперь он стоит больше 50 тысяч. И я думаю, что через 5 лет биткоин будет стоить 1 миллион 200 тысяч долларов. Почему вы так думаете? И почему вы не думаете, что правительство может вмешаться и помешать этому? Что ж, я думаю, они, конечно, попытаются. Но решить задачу таких масштабов даже им не под силу. Наши пенсии сгорают, у пенсионеров нет денег, а они убивают экономику. Они собираются напечатать еще 2 триллиона долларов, но это не выход. Закон Грэшема гласит, худшие для государства деньги вытесняют из обращения лучшие. Население предпочитает накапливать у себя деньги, которые государство не контролирует и не сможет обесценить, а доллары будут тратить. Биткоин будет вытеснять из обращения доллар. Поэтому такой парень, как я, не будет продавать биткоин, потому что видит, что он растет, а доллар обесценивается. Также я накапливаю золото и серебро. Я предпочитаю сохранять настоящие деньги и тратить их, когда они действительно понадобятся. А доллары я занимаю. Процентные ставки по кредитам падают все ниже и ниже. Например, сейчас они ниже 4%. Я занимаю миллионы долларов, потому что это фейковые деньги. И лучше я потрачу фейковые деньги, а сохраню настоящие, такие как золото, серебро и биткоин. Биткоин еще очень сильно недооценен, и я очень рад, что смог купить его по 9 тысяч. Возможно, в будущем на коррекции я куплю еще немного биткоинов, только потому, что я настроен по-бычьи. То есть вы рассматриваете криптовалюты, золото и серебро как способ защиты от девальвации доллара? Да, я не доверяю верхушке. Они воры и навязывают нам коммунистический, общественный и экономический строй. Они продолжают печатать деньги в своих центральных банках. Я, правда, очень обеспокоен тем, как они всех разводят. Всю элиту они подсадили на фейковые деньги и этими же деньгами подняли курс акций до небес. Да, я нашел способ, как защититься от этого. А вот ребят из рабочего класса кинули. Им плевать, что люди, работающие за деньги, должны платить втридорога за жилье. Простым людям не до покупки акций. Они просто выживают изо дня в день, а цены на товары и услуги продолжают расти. Вот что происходит, когда печатают деньги. Это то, что привело Гитлера к власти после 1918 года, когда Веймарская республика начала печатать фейковые деньги. Это происходит в Зимбабве и в Венесуэле и порождает только бедность. Все это сильно огорчает меня. Пока у нас такая власть, ни о каком финансовом образовании в школах не будет идти и речи. Им невыгодно учить детей инвестировать в золото и серебро. Они будут продолжать укреплять веру в фейковые деньги и благие намерения государственной системы. Хорошо, вы говорите, что золото, серебро и биткоин действительно хорошие способы защиты от девальвации доллара. Но биткоин не единственная криптовалюта, которая вам нравится. Вам также нравится эфириум. Почему он вам нравится? Вы думаете, инвестиционные фонды будут инвестировать в эфириум так же, как и в биткоин? Сейчас я очень много времени общаюсь с молодыми экспертами в этой отрасли. Я спрашиваю их об эфириуме, биткоине и еще о многих других криптовалютах. Причина, по которой я говорю, что криптовалюта еще не испытана, в том, что это очень молодые деньги. Большинству нет и 10 лет, поэтому я очень осторожен по отношению к остальным альткоинам. И в то же время, я думаю, альткоины останутся, но я не знаю, какие именно. Вспомните, когда появился Amazon, был pets.com, и люди покупали все на pets.com. Давайте представим, что Amazon — это биткоин, а pets.com — это доллар, а множество других сайтов — это альткоин. И вот когда pets.com исчез, Amazon стал крупнейшим в мире онлайн-ритейлером. Я ничего не знаю о других сайтах, так же, как и о других криптовалютах.
Я общался с молодыми ребятами, которые в этом варятся каждый день, и они посоветовали мне купить эфириум. Также я брал интервью у Роберта Бридлова, и его мнению я доверяю больше всего. Он тоже считает, что биткоин будет стоить больше миллиона долларов. Еще я его спросил, что будет, если я или кто-то другой создаст, допустим, кофе-биткоин. И он ответил, что прелесть биткоина в его адаптации. Если этот кофе-биткоин создаст конкуренцию биткоину, то биткоин адаптируется. Похожая ситуация с Amazon. Amazon адаптирован, он диверсифицирован. Если появится еще один сайт, он с легкостью может его поглотить. Вот почему компании сейчас такие сильные. У них есть очень хорошая точка опоры. Они могут обойти любого соперника. Сейчас много молодых ребят пытаются создать свой биткоин. Роберт Бридлов сказал, что биткоин поглотит их всех. Я не знаю, так это или нет, но в этой сфере я предпочитаю доверять молодым экспертам. Это все, что я хотел сказать. Делайте выводы.